Hi guys, welcome back to Junris Vlog. Today we are first video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Привет и спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you are doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, I'm so excited with this one because this is just an interview with Putin to the US journalist. Entitled, "You are a delusional, Putin destroyed a stupid US journalist." Oh my God. And credit to the owner also with the video too. Politics Today, Russia, USA, Ukraine. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on your future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I'm so excited. And I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want to choose. Let's get to it. Enjoy. Россия использует энергию как оружие. Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия. Посмотрите, что происходит сейчас. Европа добывает примерно 54 миллиарда кубических метров газа в год. Добыча падает. И в Великобритании, и в Нидерландах, в Норвегии. И будет падать дальше, судя по всему. Только один «Газпром» производит свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше. Потому что запасы только одного «Газпрома» свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный планетарный характер. Хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство, что поставки, скажем, американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Из всего объема, выпадающих объемов поставок СПГ на европейский рынок, а выпадающий объем свыше 14 миллиардов кубических метров газа, ну, в пересчете на газ, в СПГ я имею в виду, половина примерно недопоставлена операторами США. Так кто использует вот эти энергетические инструменты в каких-то своих целях? Мы или кто-то другой? Мы увеличиваем, а партнеры из других стран, в том числе и США, уменьшают поставки в Европу. Это вещи открытые. Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть. А вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полный чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований. When the European benchmark though, is up и сейчас европейский газовый предел лишь на 60%, и сейчас мы увидели глобальное повышение цен, и как вы можете заставить Европу проверить то, что вы надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам? Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Вот. Я сейчас повторю вам еще раз. Путин is like, there is something humorous when he's trying to answer, but it's really great. Вы не поставляете газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемые коллеги, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу.
«Газпром» на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили вот на 10%. И СПГ до 13% догнали. Мы увеличиваем, не сокращаем, а увеличиваем поставки. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращения приходится на поставщиков США. Ну разве я не что-то непонятное сказал? Вы меня услышали? Увеличиваем. А если нас просят увеличить еще, мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Right. Ни одного. Причем мы увеличиваем и по направлению Турции, по голубому потоку. В хорошем смысле этого слова. По голубому потоку. Like по турецкому потоку. Увеличиваем эти поставки на Балканы. Сейчас пошли через турецкий поток. Увеличиваем по имеющимся маршрутам. Мы даже увеличили поставки через ГТС Украины. Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают, увеличьте еще через поставки через Украину. Опасно увеличивать, там десятилетиями не ремонтировалось ГТС. Там можно, если давление увеличить, оно лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования, свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Who is they, your European partners? Они это кто? Европейские партнеры, кто-то еще? This lady is very like... Недоброжелатели России. Они могут быть в Европе, yes, могут быть где-нибудь в других странах мира. Okay, walk me through this. Хорошо. Объясните, пожалуйста. Рынки пытаются добиться какой-то стабильности. Говорите ли вы, что вы можете нарастить на 15% еще поставки, потому что, согласно Международному энергетическому агентству, рост поставок на 15% может успокоить рынки. Я же сказал, мы уже увеличили на 15%. Вот сейчас. За 9 месяцев текущего года поставки газа в Европу увеличились на 15%. Проблема ведь не в нас, проблема в самих европейцах. Они не закачали вовремя, во-первых, ветряки не работают, не работали летом. Ну, это известная тема, да? Значит, ну, ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища. На 75% там закачка только осуществлена. Это очень мало. Все это понимают, все это видят. Сократились поставки из других регионов в Европу, в том числе из США. Мы увеличили, США сократили. И, конечно, все это вызвало панику. Вот это вызвало панику. Значит, часть энергоресурсов, часть газа хранится в украинских подземных хранилищах. ПХГ. Там, ну, примерно там, я могу ошибаться, таких данных точно нет, но примерно 18 миллиардов кубических метров газа, чуть побольше, закачано в ПХГ Украины. Но значительный объем из этого закачанного ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным, другим. Но мы-то знаем, да и наши партнеры западные знают, что такое происходит в энергетике Украины сегодня. Они возьмут, и мы в 2008 году не могли поднять имеющийся там газ. Наш, российский. Из-за чего кризис, из-за чего начался энергетический у нас в 2008 году с Украиной? Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали, не отдают, они сами начали его потреблять. Oh my God, that was truly, I truly applauded to Vladimir Putin the way how he answered those true questions at him. And I know that the gas will be and always an issue in every part in the world, especially today of the pandemic, that the gas price hike was increasing. It was like too bad at the question
this journalist wrote at Putin, accusing of such country like energy you've been using as a weapon, and that's not good actually. But Putin answered it nicely in accordance. He is being rational with it. That the way how he just answered the question is true and smart and brilliant. He did an amazing job answering that question in accordance of what the issue was, and he laid his cards, and that's amazing. As he's been always brilliant. He's the person who will answer question in their indirect manners in such a way that people can understand. And I applaud and salute to Vladimir Putin that he's always been there in every issues in Russia or in the world. He will knows and he understand with it, and he can answer like back and forth with it. And thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and I really want to hear also with you what are your thoughts with regards to this video at the comment section, because there are a lot of questions that this journalist wrote at Vladimir Putin. But I was drawn with that one, that don't accuse someone, like don't accuse a country that they are using energy as a weapon, and that's not good. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Vlogger React saying stay humble, positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, so in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you on my next video reaction.